3000 в раз, да? Да. Засуманьте печь. И дам запад. Ну, бейте тебе этого моба и больше пока. 5 секунд. Там запы. Что у меня перед боссом реогнуться, я вроде готов. Тыкните. Хорошо, хорошо. Там еще перед боссом людей поменяем некоторых. Некоторым шмотки нужны. Кстати, ты чем? Сань, мне до профа ничего не надо. Я могу это с персонажа ухнуться? Да, конечно. Пока, думаю, не нужен будешь. Пафи будет в этом месте. У Пети, Петя, дай ей обплавки заодно. Кидай обмен. Я тебе их передам. Да, давай, давай. Ты, возможно, скорее всего, будешь там хендра, если будет сегодня. Ладно, точно. Да я потом Галя перед боссом раздам плавки. И пока... Ну, это портал у меня, это... А, хотя не надо, все. Сейчас. Иди, иди, потом... ставлю. Да не-не-не, в агрегат. На-на-на-на-на. Камень есть, камень есть. Что? Я думал на остров себе прыгнуть, но в Даларане нет отца. Все, пуляйте босса тогда. Так, я пока на замене. Дальше. Саня, могу зайти или нет, Марвич? Да, заходи. Сыграйте по черепу вначале. Все. Вот ты вместо Пети и зайдешь. Ну-ка. Лёня, заходи, трэш. Тебя тоже трэш. У меня вылетело. Ой, май лиз. А этот, как квест сделать? Это два вида чумы, это как вообще? Снять себе походу, заразиться двумя видами чумы. Лёнь, просто бей. Лёнь, ты так чумы, дай. Какой. Смотрел кикбоксера? Тебя сделают, небось. Смотрел кикбоксера фильм? Там танки полутают, два дебафа, и всем засчитают, не переживай. Да, ты просто... Короче, ты просто вар, давай, херак, бич, чар, так и всё. Я вар, я не ури, и всё. Чар, ты башал, если умрёшь, то всё, Лёнь. Можешь уходить, Лёнь. Лёнь, талисман уже в рейде, блядь. Саня, читал, что у меня в заметке написано? Не. Если кто-то будет менять какие заметки делать. Почитай, что у меня в заметке написано. Ты сам написал? Если сам написал, то окей. Если тебе написали, то... А чё? Так, дайте Герн на эту хуйню. Пусть, пусть, блядь. Пусть, пусть, две кнопки. Коля, Коля, ты первый отдашь сейф после этого говна. И наёми... Когда начнёт кастовать. Да, давайте, сейф, Коля. Гимн жми, наёми. Следующий даст Войд гимн, и Ваня сейф тоже. Этот... Вард же не АФК? Давайте, сейвы. Серега, фласки, конечно, есть еще. Да. Все дадим. Все дадим. Перед боссом все дадим. Я просто спросил. Я просто ответил. Кстати, бета-тестер, черный убойник, тухопуза на тебя бис, наверное, будет. Он без прока. Бабычки. Он без прока еще? А, блядь, точно. Активируешь? Да. Хотя могу врать, надо проверить. Да, спрок. По-моему, он спрок, но без дырки, но без дырки. Он если спроком, то он без дырки просто. И процент урона меньше, короче, чем Герри. Вторую активировать или она активирована уже? Уже активировали. Окей. Пошли на тухлопуза, сейчас будем разбираться, кому босс нужен.
По ножу отказывайтесь. Все остальное... Вот, я и... нечаянно замедил, я дам. Окей. Все вы так говорите. Самая быстрая рука на Диком Западе. Профессиональный игрок в кубике, нахуй. Так, теперь, из замены, кому босс нужен? Эмобой, Будрейвен, Дексиона, бета-тестер, Кадама. Если никого нету, то я могу зайти похилиться. Не, Женька, сиди тогда, есть еще. Так, Кадама, какая шмотка нужна? Мне пояс. Пояс. Давай, иди пофиг. Пояс падает. 250 Кадама, дальше. 500 Юра. Кадама 1000, Чмыга 3, Кадама 5-1, Чмыга. Раз, два. Блядь, ну вот вы ждете, что я считаю или что? Я не могу. Смотрел свои ЕП. 5-3, Кадама. Раз, два, 5-4, Чмыга. Раз. Два, три, все, остаемся по хантам. Такая хуйня. Так, эмобой, давай брейд вместо враски. Враска ж ничего тебе не надо, думаю. Дальше. Там из морскому не надо было ничего. Из морскому набор... А, не надо. Окей. Аня, я могу давай. Уступить, мне нужны только эти квартальные и это, Валька. Джипси. Ну иди, один замен. Дексиона вместо Джипси. И Будрейвен. Будрейвен вместо Изморского. Все, сумоньте так. Тыкайте. Бета-тестер, будешь брать эту пушку? Она на тебя, скорее всего, хорошая будет. Черный убойник. Вот, Саня. Все, давай сейчас вместо его. Кто-то еще на замену хочет? СПД у кружка, берите. Давай. Женя, надо с этого босса что-то, Женек? Или Апокал, кто-нибудь из вас? Кольцо. Кольцо, окей. Леня, надо что-то? А, кровь. Надо. Конечно, надо. Окей. Кому за ДД фласками кидать обмен? Ко мне кидай, меня. Наеми, надо что-то с этого босса? Ну, быстрее. Боты можно. Боты, я думаю, ты не заберешь, за них такая драка будет. Короче, напиши, сколько ты готова за них поставить. Кто-то, если их перебьет, быстрее. Потому что эти боты бисовые для всех на данный момент, кастеров. Ну напиши, сколько ты за них готова ставить, если хотя на замену. 3000. Больше кто-то поставит. 3-5, ну все, перебили. Значит, там уже, видишь, драка пойдет. Давай бета-тестера вместо Найомису. Там черный убойник, если выпадет. Хороший мод. Короче, Марсес с 5, если боты значит, выпадут, начинаем с 5000. Саня, бета-тестер, ты здесь? Вообще. Ладно, ждать его не будем. Если не здесь, то он пофиг. Присуманьте Вадима Майлика. Наеми, возвращайся, он не здесь. Пойдем. Все. Бета-тестер. Короче, крест и квадрат. Сейчас. Биотный. Бля. Да, сорян. Поставь Серегу где-нибудь, у тебя там помощник есть слева крест и квадрат. Зачем? Чтобы мы сносить. Вот. Ну, как хочешь. На двух людей просто ебанем крест и квадрат, и все, нахуй не ебаться.
Вот два шамана. Да, еще если споры кинут один, так что. Ну, в принципе. Но они из тотема стоят. Вот крест квадрат, третья пачка крест, милики все под босса, вторая пачка РДДшников квадрат, третья крест, четвертая квадрат, пятая Маша, Мавар будет три кнопки крест. Всегда по одной стороне. Рыжу, если держите. Да, и рыжу держите. Всегда должна быть по одной споре в этих метках и одна под босса обязательно. Так, ставлю рыбу, а кто не жал. Кушайте рыбку. Можно просто в одну метку сделать. Два дебафа прокидать нетрудно. Да, давай две, да и все. Как бы Тебе меньше проблем, куда бежать. Ну, пусть тренируются. А споры на миликов тоже могут повесить? На всех могут. На любого человека, мол, кроме танка. Танка, который танчит. Полинор? Илья? Все, все готовы? На первой секунде пьете припасы. Во-первых, а у нас Гера 2 минуты, вот откатится. Лучше до другого босса оставить. Не, здесь может урона не хватить. Ну как бы должно пойти. Приготовьтесь, скоро будут. Саня, если есть беска, закинь. Споры через 9 сек. Мавар, вот эти прохиливаются где. Рейдж, держите. Убежались. Кто со спорой в мире, в танка прям забеги. Вот, точнее, в тухопу. Все, набрали снова оранжу. Через 12 секунд Гера дадим. Кулдаун. Давайте после спор тогда. Третье можно не разносить вообще. На некоторых может сложить. Сбежались опять. Крик на хп обновить. Брали Джо, дали Геру. Крик на хп обновить. Прожмитесь. Меня не слышно? Слышно, но никто не понимает. Нажми крик на хп. Я нажал. Теперь нажал. Еще не прожалось просто. Юй, поменяй стойку. Ну, сальво дал. Все, больше споры не сносите, просто босса поднимайте. Можешь вернуть стойку.
ФПС есть? Если есть, закинь. О, благодарю. Серега, что ты писал, все равно можно свалить. Да, шансы нормальные. Гол на гнивого. О, убойник. Блять, ну бета-тестер ваш пьет, ты здесь? Давай, Санька, кровь ролить. Сейчас поролим. Я готов проебать и пойти, блять, рыдать. О, сотка на кроль. На кроль, на кровь. Не, меня... просто пароль. Ну чё, все, кто на... Все на двуручники, кто носят. Именно ДДшники, по-моему. Рольте кровь. Давай. Сколько она желающих. Блядь, всё ясно, короче. Ваня, ты... Оли пал, тебя в аду ролик. Заметку посмотри. Ебать, ты лох, знаешь, как надо ролить? Ладно. Правильно, заметка. Вот так надо ролить, чё ты ролишь, хуйня? Блять, Серега, ну тебя домой. Я узнаю, это Серега. Серега, чисто по фану. Так, Лёня выронил, да? Лёня выронил. Не, Юя выронил. Так Юя, Коля Жен. Юя. Зипать вы психи, блядь. Да ты понял, да, пока? С вами кашу не свалим. На, Лёня. Короче, на это натянули, да? Блядь, 46, блядь, выиграть кровь такую, конечно, блядь, как так? Ой, я ж за прошлого босса меньше начислил. Лёня, всё равно не знаю, что с ней делать. Нахуй ему давать её было. Чё, не знаю, поехали. Я знаю. Поехали. Я ещё не поехал, подождите. Поехали. Ну так, давай, быстрее. Так. Ну так, блять, надо ж. Надо проебать квест. Мы не проебем квест. Этот. Напоминаю, что босс, возможно, будет кастовать в центр колбы кидать всякие. Нужно будет разбежаться. Так все стоят. Обязательно. Серега, ты будешь на мобах. Ничего не диспелится никем. Тотем очищения тоже не ставь. Может, СС раздать? Отдай СС и хантам. Давай, Джанг, чмыги. Дексион на Ону закинь. И все. Эмобой там тоже по камням закинь. Дальше. Побежали все под жопу. Если дисплейс будут дополнительные мобы мелкие. Ничего не будет дополнительного. Ты уверен? Уверен. А чаще будут. О, блять, откуда вы это берете? Они сказали. Дебаф всегда вешается по таймеру, и при диспеле или просто при рассеивании дебафа всегда вылазит слизнюк. Они просто не, в сказке берут. Кинь этот поездку, Тань. Сведите под боссом слизнюк. Феррария, блядь. От босса. Подвигайся, Лёня, подбеги к человеку, с которого слизнюк вылезет большой слизнюк. Я подошёл. Это просто стак нахуй полутали, просто так. Чё похи. Взрыв и так будет. Ну вот как-то рано вылез большой. Всё, походу, из-за того, что вы задиспелли как-то. Сука, Саня, не беси. Ты тоже не беси. Это ты втираешь какую-то дичь. Саня, ты еще будешь хорошо прятаться. Подиверишь еще, что не прыгать в лужи. Не, в осквернении нельзя, да? Раньше нельзя было, сам вайпал рейд на X2. На X3, точнее.
поэтому нельзя было. Тебя, наверное, прохиливали. Саня, взрыв 100% был. Потому что... Поэтому Сашку с гильдии кикнули, он к нам пришел. Я с вами был. С вами на лече был. Прыгнул. Да ладно, я помню все. Ну. Пока это не ту фикшн. Большой в рейде. Еще один большой взрыв будет. Я знаю, Ваня тоже массакру и Коля из баунти. Случай небольшой. Оба нажмите. Подождите, не таунти большого, пусть он в рейде будет. Похилим немного. Да, пусть Юи на себя его заберет. Да, просто Юи забери большого на себя сейчас. Апокалипса, поди спать. Ренессанс, заведи его в Мелизон. Юра, забеги ко всем. Теперь можно и забрать там 4. Готовьтесь разбегать. После брызга будет. Побежали. Все под босс снова. Так, она летит. Получилось у меня. Все да, просто под бежали. Бомбардировку, блядь. Мне минус дашь. Ай, блядь. Что за хуйня? Чё он так долго? Ну так оно в воздухе, а. Видно, как летит. Он меня залагало. Чем я дальше? Бы дал всем, кто умер, ну да ладно. Нет, так мне дашь. Мне минус дашь. Так оно видно, куда было, куда летит все. Это, ну, просто люди стояли. Нет, так это я сказал убежать. Что? Так что давай. Маленький вопрос. Не дашь минус. Маленький вопрос. На двух человеках есть две болячки? Да, да. Можно один из них офнится, чтобы я зашел в рейд и тоже зачелся какой-то? Ты уверен, что они останутся? Мы так делали на X2. Они какая скидывают? Разница? Пойдем сдадим да. Квест и вернемся. Когда сдаешь квест, они все скидываются. Не-не-не, все правильно сделали. Человек, на ком две болячки, один офнитесь. Он для чего это говорит, чтобы он тоже квест? А я не знаю, просто... у меня квест не выполнился. В одном рейде куча человек сделать, если куча дебафов, ну то есть на нескольких человек, это столько пачек можно и сделать. Людям, у которых которые с нашим КД, чему будет? Да, да, я про это говорю. Ну вот, я вижу у Мавару, вижу у... Да-да-да, я тоже хочу. Что, я тоже по времени займет? Ой, да, о, подожди, да. Куда бежать? Что-то за всеми бежит. Подождите, этот. Подожди, пока никто ничего не делает, не ш. Нет. Мавар там еще кто-то, да? Дестройер или как? Че? Дестройер. Так, давай, Серега, ты останешься, Саня, офни персонажа. Саня. Пока что не сдавай, Серега, квест. Я шкаф поставлю пока. Да, да, давай. Ну скажите, когда мне тоже зайти. Один человек, тут один человек офнулся, а один уже человек может зайти. Саня офнулся. Давай Петю засумоним. Давай. Я зашел. Мы можем ждать и потом там 5 человек сразу засунуть. Так, Эмобой еще 2 дебафа, Чмыга 2 дебафа, Дестройер и Лексион. Нормально. Саня офнулся с 2 дебафами. Короче, давайте я офнусь и просто 5 человек засумоним всем, кто нам нужно. Еще там 5 человек выйдут. Кто-то знал квест. Кто-то знал квест. Ну, значит, Мавар. Да. Сейчас Мавар зайдет и всем сдаст.
Ну, и я логаут сделаю. Теперь. Давай, давай. Лохните человек 5 сейчас уже. О, только не один локшоп остался. Чтоб один человек остался. О, сюда. Денежка. Сука, всем что падает, блядь. Это говно. Почему? Холодного как ребра, на самом дорогой. Подожди, Сум. Вместо Дексиона и Джипси. Скибиди. Сумоньте. Вместо Марухи. Еще пару людей лохните. Враску сумоньте. Бадаму сумоньте. Из Морского сумоньте. И еще один человек нужен, чтобы лохнулся. Так у нас нет шкафа, Джан, поставь шкаф, пожалуйста. Давай я офнусь. Так тут стоит. Подожди, сейчас, сейчас. А, вот. Все, сумма. Все, не надо, Сум. Все, не надо. Враску, Сум. Сумманьте всех. Саня, заходи, Мавар. Так я пойду. А, надо на Серега, вместо Мавара. Вместо Мавара. Вальку запомни, блядь, ну черти вы. Хорошо. Не бейте, не хильте, ничего, умрите просто. Блядь. Да, умрите, надо. Саня, заходи. В бою умрите просто. Сань, только не сдай квест, засумоньте всех остальных. Человек, который это высказал, просто гений. Если бы все видите? Умер, вот все она. А ты войдешь, если все умерли быстро, она бы не успела вызвать много душ. Так кто-то начал убегать, блин, зачем-то, непонятно. Так, а, кстати, ой. Мавар-то чё? Он... А, он зайдёт. Может уже хотите себя обратно или нет? Он сейчас не сможет сдать пока квест, не... блин. Пока что никто не заходите из тех, кто лохнул. Кстати, она меня сейчас убьет. Иди сдавай квест. Сейчас убьёт. Иди сдавай квест. Бля... Похуй вообще. Сука, кто? Пиздец, вы проебали людям квест. Кто загнил эту вонючую вальку? Спасибо. Долбоёб тот, кто подбежал и сдал квест раньше всех туда. Вот это человек, чечагли и крыса. Сколько времени проебали? Ты не смотришь на это? За эти 750 ОД. Короче, пошли все в канал рейд, вы заебали. Паш. Наконец-то. Серега спрашивал? Говорю, на профи нужен тебе сейчас? Так, чек-мотки не нужны, по-моему, не тебе, да? Ну все тогда. Хитрец, хитрец, Серега. Так, пошли. Пошли на профа. Сосуну тоже заходил. Сейчас сделаем пати. Захожу? Да, давай шмотки разъебачным, которые кто был на бочне. Ну, выстрите в микро, пожалуйста. Блять, кто это дышит? Я не знаю, заебал. Знаю. Наручи. 250. Ну, хер ты 750, что ставишь? 250 став. Марухи такие, ну, окей. Две. Раз. Две с половиной, три. Четыре. Раз, четыре, пять. Пятерка, Марухич. Раз, два, три. Кинешь подмен, Марухич. Ну, я с тобой рядом бегу. Не за гнилого, дай минус. Я там проебался. На Энха, рольте черный убойник. Саня, ты проебался, черный убойник. Потому что было Энха. Да, так всего на 180. Буревестник. Это не ролится за 125 на ОФ. Не, кольцо еще не ИП.
125 раз. Что, Марухич 5? 2. Да, 3. Кидай в мен. Паш. Не нужно, ты просто себе шмотку потерял. Я не видел, что ты писал про перенесите. Черный убойник, наверное, хорошая шмотка. Теперь кольцо. 250. Это шея. Не это, а пока... А, это шея вообще, сорян. Марухич, 250. Шея, ну знаю, я просто проебал. Уступит. Мой друг уступит. Марухич, 250. Раз, два, три, кидай мне. Запустите профа локами пока. Ну, комнату. Все равно, да, не дается, все равно не дается ни хера, поэтому идите запустить. Обмени, не. Шея не нужна. Шея за 125 на офспек. Кому-то надо? Раз, по-моему. Два, три. Ну, я знаю, что она по-моему. Чего? Прибавить обратно Марухича? Да. А, джипси, да ты был на боссе? На этом. Джипси раз, джипси. Ну, тогда все. Вы там бафнули каску, да? Сила гнили, апокалипсис 250 раз, 2, троянский раз, 1,5, 2000, троянский раз, 2,5 апокал, 3, троянский, раз, 2, 3, кидай обмен троянский. Что? По-моему, есть шмот. А, если есть, я не весь, сорян. Кольцо на мучка. 250. Три кнопки. Раз. Два. Три. Кидай мне. Я бы такой и на Эппало одел. Ну, да, да, на Эппало тоже хорошо. Так, кинжал на распыл пойдет на финал. Ваня, у тебя есть распыл на паутине? Да. Кинешь подмены тебе с кем-нибудь шмотки на распыл. Да, Маша, можно. Отними Маша с Зосея пока что. Маши отнять за шею. Прибавить 250, 200. Да? Отнять 250. А. По-моему, дай мастер-мен. Так, теперь. Я мы еще раз. Я ничего не отменил. Вообще, снаружи рейда, да? Бафнули каску, мне баф прилетел. Так, чмыга на замену. Враска на замену. Сацуна в рейд. Петя в рейд. Марухич вместо Жени. БТТ все равно надо что-то с боссом? Нет. Так. Вместо БТТ стера Троянский тогда. Дексиона тоже в рейде, а кто не в рейде, Петя не в рейде. Я здесь, я могу войти, если вдруг не хватает народа. Нет, или тебе надо что-то с боссом? Нет. Просто я здесь могу помочь. Изморский, тут смотри, пояс, по-моему, падает. Надо тебе он? Проверь с этого босса. Что-то там кожаная падает. Он боишься. Не, не этот. Там на кота падает. Я не помню, что или бот, или пояс. Из Морского 60-й пояс с груля, как минимум. Вон, скинули пояс 264-й, надо? Эмобой. Из Морский. Скинули в рейд пояса. Короче, не надо, значит, не надо. Так чего, ну давай ты тогда на замену пока. Тебе вроде ничего не надо, а Петя в рейд заходи. Пойдем такой пачкой. А, нету еще Гудрейва нам.
Так, на Йоми, давай. Или нужно что-то на Йоми? Да, можно апокалипс. Давай, буду Рейвена. В рейд? Окей. Ну давай, Джан, ты на замену Дексиона в рейд. Все, ставьте скаф и смоньте вот этих людей. Заходи, Дексион. Так. Вань, у тебя помощник есть? Поставь крест и трусы хотя бы. Я сейчас квадрат печеньку поставлю. Встаньте сюда кто-нибудь. Народ. Встаньте, где я прыгаю. Где-то вот тут. У меня ассиста нет, Сань. Да, еще дам. А, я тебя кикал, потому что поэтому нет. Я тебе давал. Точно. На, помощник. Сейчас я все же заревогнулся сам про тебя. Крест. Я сам. Трусы. Трусы там, где бонус стоит. Ну, не совсем там, но где-то здесь. Куда квадрат поставил? Не, крест ты не туда поставил. Крест там, где крафт. В порядке, так и надо. Саня, я по рынжу ставлю, чтобы доставали до зеленого. Ну давай, давай, давай. Ставь сам, окей. Да, в раз поиграем. Сейчас поставим. Зря вы СС наложили, не было же команды пока по СС. Не спешите. Так, все, расставим. Напоминаю, кто здесь не был, будет появляться... Все РДшники всегда бегают за мной. Печенька-крест будем бегать. Печенька-крест. Будут появляться два вида слизняков. Зеленые. Зеленые мы всегда должны избегаться. Милики всегда зеленые бьют в лицо. И красные. Красные. Милики тоже сразу не подбегают. Не подбегают к нему. Когда выбирается цель, по команде милики начинают бить. Далее. Далее. Нет, ты хиль, Вань. Бабами почилит похвала. Этот. Далее. Появляется зеленый РДшник, сразу у него свищаются. Милики бьют его в лицо. Далее он откинул нас, милики сразу не бегут на него, только после выбора цели. Выбралась цель, начинают бить. Сбегаетесь всегда вместе, когда зеленый появляется. Также милики бьют профа всегда в спину, только когда его сюда отводят, бьют всегда в лицо. Появляется дальше красный. Красный появился. Красного вы должны водить возле профа, ну, он, цель, которую он выбирает, но не останавливаться никогда, водите возле профа и никогда не ведете вот в эту зону, вот к стенке. То есть можете бежать рядом возле коп, вот здесь, но к стенке никогда не подбегаете и крутитесь вокруг профа. На третьей фазе тоже всегда бегаете за, на второй, точнее, за третий. За мной всегда. По СС-ам ММБ отдаст Майлику, Дексион отдаст Сацуне. Ну все, пока. Будем так. Смоньте Троянского. И будем запускать. Ставлю рыбу. Вроде все остальные здесь были. Кому бензжа флажка на ап? Серега, скинь флажки, я помню 7 штук только осталось. Мне кидайте, 7 штук есть. Миличные? Ага. Там штук 5-6 осталось, не больше. А, ну, значит, уже и купить, и делать. Ей, кому еще фласки нужны миличные? Дайте обмен. Значит, никому. Готовность на пул. На пул и все в Юи. Чего не хватает? Тогда... Сейчас, погоди, масло на... Mm-hmm. Встаньте все пока в крест, РДшники. На первой секунде припоты.
Скоро будет нас лететь колба. Нужно будет убежать чуть левее, правее. Приготовились. Убежали, Робер. Машка, не забывай хотать. Таня, если есть ПСК, закинь. Санька, тебя не слышно. Короче, направили рейндж. Великий Ордвежон, отойдите. Ждите. Бейте. Определял, как и только в лицо бейте, Слизнюка. Эй, слышно? Сбегите все ко мне квадратом. Потом рекаст, а потом сбежались, бейте. Давайте, короче. Эксперимент. Три процента до перефазы. Ждем красного, потом переводим. Стопните по боссу на мне. Один процент, блядь. Все, переводить. Хорошо. Меня не слышно? Да слышно тебя, слышно. Милики, свечитесь в красного. Стояли боссы на биле. Печеньку. Свечи. Стали РДшники. Перебежали в крест. Быстрее. Молодцы. Дай БР, Маша, по 4 кнопки. Ваня не уснешь. Да-да. Кстати, к кресту. Сейчас выберется. Сейчас будут полетят колбы, перебежим в крест. Ой, не крест, а в пеньку. Приготовьтесь перебегать. Играли. Кстати, там каску попало. Я вабан. Пинг, Санька, ты каску попал. Сбежал вообще. Перебежали в крест. РДДшки. Приготовьтесь, скоро пельмень будет. На голову стало. Перебежали в печеньку. Молодец, Войт, ну что ты там стоял? Смотрите, аккуратно в печеньке тоже летит. Или кто? Красного сыграйте. Галя, убегай. Перебежали крест. Быстрее. Да им к кресту пока. Подбежали вперед. В печеньку перебежали. Сыграли все в зеленого. Нажми Коля айсбаунд. Сбежались возле стола. Играем, продолжаем играть. Летят пельмени прямо в нас сейчас. Когда будете убегать, смотрите, не подбегайте к зеленому, туда пельмени летят. Хорошо. Убежали с печеньем. Скоро красный появится. Первая даст диван на третьей фазе в Мейлик, потом, соответственно, играем по красному. Джипси побежал. К парку беги. Перебежали все в крест. Летит, у нас пельмени летят. РДДшники. Под мелизонной выпить надо. Да, сейчас. Играем по профу. Ты ту не допил. Я знаю. В кресту все станьте, чего вы разрозненно там стоите? Перебежали, летят пельмени. Перебежали быстрее немножко, ближе к пельмени. Буревестнику сбежались, прохильте его. Ваня, не слезь массы помню с бабом. Сбежались все.
Великий сразу идите добивайте, идите бейте. Хорошо. Печеньку подбежали. Летят в крест, подбежали печеньку, быстрее. Они не в крест, сорян. Станьте все в одну метку, в печеньку сейчас. Наёми побежала. По красному играем. Перебежали в крест. Успел, меня подлагивает в последнее время, что-то пиздец. Летят пельмени, перебежали обратно в печеньку. Рекаст, отойдите от него. Идите зеленого бейте, милите тоже. Я дам. Перебежали в крест. Летят на Шуза. Сбежались. Квадратику. Добили, милики подошли. Внимание. Играем пока по профу, сейчас красный появится сразу. 6% и фаза. Перебежали в крест. Одна летит в крест, чуть правее летите. Кто-то в крест стоял. На мне играйте по красному пока что, не переведите профа. Переводите профа. Смотрите, летят, перебегайте. Пельмени. 1% быстрее перевели. Все отлично. Все сейчас бежали к квадратику. СС закастуйте. Геру сразу же отдадите. Че, забегли? Да, прикинь. Хуй его знает, что за херня. Я в него плюнул просто. Прикольно. Блин, только не, это не прикольно, бенса зайдет быстрее. Да нормально. Ну да, урон должно хватить. Еще РДшники в одной метке, стойте. Следите за колбами и за пельменями. Геру дайте. Геру, да. Перебежали немножко. Вперед. Только не стойте на пути миликов никогда. Чуть-чуть назад отойдите за лужу. СС, надеюсь, дали. Скоро будут пельмени, тоже чуть-чуть просто пролил перебегаем. На пути у миликов не стоим. Перебегали. Ближе к трусам. Майлик первый отдаст диван. Давай. Сколько там стака? 4 стака, 4. Давай, давай, поюй. Вставай сразу. Ребахните майлика. Видите, стойте, РДДшники, сейчас пельмени непонятно куда полетят, перебежали. В одной кучке. Вон, раздроздину. Не стойте. Заносите 4 стака, когда будет. Да, да. Еще один, и четвертый будет. Я отойду немножко вперед, босс. Перебежали, РДДшники. Пошел. Давай. Давай, вы отбежали, все пельмени летят. На мне СС не было. Ну молодцы. Давай Геру тогда еще одну. У меня не Ривернер. Я знаю, этот Гера для Майлика был. Я могу украсть стаки. Стакните 3 на одном танке, 3 на другом, я потом украду. Проведите босса, проведите босса. Просто, Ваня, ты отдашь диван и все. В чем проблема? Вы перебежали, пельмени летят. Сейчас убьем все. Свичнитесь, похолад забери. Да. Не достаем, иди сюда. Да, я себе колбу поймал. Зря не достаете. Хо-хо-хо! Упало? Да. Да. Ой, бицея Санечка. Сори, это... Что-то перекрикнул. Спасибо за гильдию, надо говорить. У ЕП получается. Чё, за 10 тысяч, да? Отнимаю.
А я херо знаю, но сколько у моей лика? 7300, я... 7... На 8. На 9500. Ну, значит... Да. Ну, значит, 10... 9500. Ровно. Типа вы не уступаете друг другу, да? Да это бред, на самом деле, уступать, потому что тогда тот, кто топ по приоритету, всегда будет в топе. Так так и должно быть. Нормальные пацаны должны быть в топе. Конечно. И только не одеваться, да? Токен. 700. Ну? Денек, 701, 702, 703. Кидай ленты. Саш, да, будет. Саш, можно по плану на замену? Можно. Серега зайдет вообще без плана. Все равно иди по Паше забирает. Мы танки договорились, кто что забирает вообще. Не знаю, чего там спорить. Да по красоте все будет, если все будут уступать. 700, Марсес, Троянский, Влати. 700, точно. Марсес, 800. 1100. 1200. Что, тот женек, да, 700 или что? Давайте мы пойдем, наверное... Ладно, пошлите на кровь. Полторы. 2К. Ну, у нас кровь 4 дает, например. 2,5 троянских. Раз, два. В смысле за 5? 2,5, короче. Ставь 4 тогда, или сколько там? Ну, все, 4. 4 раз, 4, 2. 4, 3, кидай обмен. Что это значит, пускай на 5 забирает? Втюхал пацану, да? Че, Марсес 4? Да. Все по-честному, что было. А что там, минуса раскинем? А, кто там сдыхал? Ваня минус сдох, минус, да, дай. Кто-то там еще сдыхал. Марс... Ну, меня дропнуло просто, можете твой минус дать. А, ну че дропнуло? Знаете, как экран встал колом и все. Потом выкинул. 10500 раз, 10502, 10503. Кидай сахар, мен. Грац. Паш, тебя на замену, да? Серега, заходи тогда. Увидел, что в Дискорде написал? Не может? Короче, в 15.30 уйду, я в четверг в пятницу не могу дольше сидеть. Нет, ну давай вон, да, Принцов потанчит. Через полчаса будет. Окей, заходи на Ладно, а потом я зайду. Ладно, не факт, что будет, да. Сейчас, ну, заберем. Ну, после Принцов, короче. Как, короче, Серега уйдет, я зайду. Мне просто отойти нужно. Да, давай. Так, сейчас разберемся, кому там что надо.